Фронтовые песни и современные композиции, посвященные героям Великой Отечественной, поют брянские музыканты. Задумка такая – спеть песню о войне в своем стиле, от эстрады и шансона до фолк-рока и рок-н-ролла. К 75-летию Великой Победы мы хотим подарить зрителям Брянской губернии и слушателям 3-2 радио хорошо знакомые, а может и уже позабытые композиции в новом прочтении. Продолжается работа над проектом «Поющий батальон». Коллективы приходят, играют песни, и мы уже начинаем получать от этого несказанное удовольствие с Игорем. Мы немножко утомились, конечно, да, как и участники, собственно, всего телевизионного и радиопроекта, но при этом, как сказал Андрей, да, удовольствие только-только начинает нарастать. У нас появляются коллективы различных направленностей, были и фолк-коллективы, были барды. Теперь у нас сегодня впервые... За нашей спиной рок-н-ролльщики, которых многие знают в Брянске. «Поющий батальон» — это еще и откровенная беседа о войне, личные истории, которые дошли до нас от дедов и прадедов о подвиге русского солдата. Увидеть проект в нашем эфире, а также услышать на волнах 3-2 радио вы сможете в Дни Великой Победы. Я дополню, не только в Дни Победы, когда мы будем праздновать 75-летие Великой Победы, но и затем в эфире телеканала и в эфире радиостанции 3-2 радио отдельными фрагментами все клипы и все музыкальные произведения будут звучать в течение всего года, я думаю. Но уже сейчас можно следить за новостями, которые будут появляться и на телеканале, и на радио.